Любители велосипедной езды собрали подписи в поддержку создания велодорожки на Восточном шоссе. Члены общественной палаты передали увесистую пачку листов, на которых разместилось более 1700 подписей, и сам проект полосы для велосипедов. На сегодня вот ребята обратились, передали мне предложение о создании велодорожки, собрав порядка 1700 подписей. Данное обращение я вынесу на заседание общественной палаты города, где мы будет, скорее всего, приглашен активист данного движения, который расскажет о необходимости. Я эту инициативу полностью поддерживаю. И будем доказывать на общественной палате о необходимости создания данных велодорожек и готовить обращение уже на имя главы города. Инициатор сбора подписей отмечает, при создании проекта велодорожки учитывались все современные нормы и стандарты. Проведен полный анализ ситуации на городских дорогах. Вот этой дорожке, которая с ОЗ до Коксахима, там предполагается 3 метра, 1,5 метра в одну сторону, 1,5 метра в другую, вот, и 1 метр для пешеходов, потому что там пешеходного трафика, скорее всего, сильно такого большого не будет. Вот, мамы с колясками тоже там гулять не будут, вот, а велосипедисты ездить будут. Члены Нижнетагильского велоклуба уверены, строительство велодорожки вдоль Восточного шоссе станет хорошим примером для развития велосипедного движения в городе. Уже сейчас авторы проекта работают над планировкой путей проезда на велосипедах в остальные районы Нижнего Тагила.